Отличный матч, сынок. Мы всей семьей за тебя болели. Спасибо. Если так и дальше будешь продолжать, ты точно дорастешь до уровня КХЛ. О, это моя мечта. Кстати, Саш, ты же снял, как он шайбы забрасывал? Конечно, я все снял. Даже шайбу в ворота его команды. Так, а вот это удали. Ну, ладно. Доченька, а тебе понравилось? Да. Особенно буфет, там очень вкусно. Папа, мы сейчас пойдем гулять? Пойдем. Но максимум на часик. У нас с дядей Сашей скоро самолет. Точно. Вы же летите на какую-то гору. Сынок, ну не на какую-то гору. Мы летим на Эльбрус. Это серьезная экспедиция. Кстати, помнишь, что ты мне обещал? Напомни. Ты обещал, что если мы в финале победим, то ты на Эльбрусе поднимешь флаг КХЛ. Что-то припоминаю. Подержи. Вот. Флаг. Подними его, пожалуйста, на вершине. С радостью. Вернусь, расскажу, как там было круто. Жду с нетерпением. Может, еще в горах снежного человека встретишь. Что это? Без понятия. Но мне кажется, мы тут не одни.